страдаю. Лиза, ты... Ты делаешь меня несчастным. Останься здесь со мной или давай уедем отсюда. Боже мой, какой же ты ребенок. Ты любишь меня, и больше мне ничего не нужно. Но как же мне жить? Я не могу представить себе этой жизни без содрогания. Я безумно ревнив. Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства. Лиза, уедем. Уедем отсюда. Опять бежишь, как на пожар. Ты ведь понимаешь, что я люблю тебя. Люблю смотреть на тебя, как на своего ребенка. Что тут понимать? Ты не любишь. Ты презираешь меня. Считаешь меня заурядным, ничтожным, каких много. Каждый раз, когда ты обращаешь на меня свое милостивое внимание, мне кажется, своим взглядом ты измеряешь мое ничтожество. Зачем ты это говоришь, если все так? Почему бы тебе не убить меня, если не можешь быть спокойно и счастлив со мной? Где твой пистолет? Стреляй! Избавь себя и меня от мучений. Потери неизвестно куда, дома волосного правления и об изгрызении плана оного мышами. Дело о прелюбодеянии крестьянина Федорова с трехмесячной. Вы только читаете, Евграф Кузьмич. Опись дел следственного производства. Давнешнее это, ваше высокоблагородие. Уж мне тут 25 лет, так это еще до меня. С конца читай. Дело о сомнительном причинении смерти. О чем же это? Смертью, вещи, раны. Этого обстоятельства нет. Ваше высокоблагородие. Так что же вы расследуете? Вы хотя бы вместо слушали и приказали, пишите рассматривал и постановил. Что-с? Черт знает, что за перья. Это чернила, деготь, а не чернила. Удивляюсь я этому земству. Понимаешь, мы тут имеем дело с одним из явлений электричества. В коже каждого человека заложены микроскопические железки, которые содержат в себе токи. И если ты встречаешься с особью, токи которой параллельно твоим, ну, от тебя и любовь. Ой, какой вздор ты несешь. Не сердись, Данила Романович. Ты ведь знаешь мои чувства к тебе. Люблю больше всех в уезде, уважаю. Ну, пошла! Лет 10-15 назад музыка и пение здесь, на реке, слышались каждую ночь почти непрерывно. У меня смех, шум, стрельба. И все романы, романы, жены прямые. И кумиром всех шести усадеб был
Василий Гаврилович. Он и сейчас очарователен, но тогда был просто неотразим. В отношениях ко мне женщин было много хорошего. Во мне главным образом любили мой титул. Едут. Их высокоблагородие едут. Ваше сиятельство, Василий Гаврилович. Зинаида Саишна. Александра Матвеевна. Даниил Романович, а ты нисколько не изменился. Ты такой же красавец и сладч. Ты не знаком? Позвольте представить. Борис Алексеевич, фон Дидериц, билетрист. А вот мой давнишний друг Даниил Романович Хлопков. Надворный советник. Теперешний исправник всея нашего уезда. Очень приятно. Вот ваше сиятельство, на силу отыскал. А этого молодого человека узнаешь? Ух, какой что. Не мальчик, но муж. Да. Для меня большая честь, Даниил Романович, быть знакомым с вами. Удивительно, как вы меня узнали. Ты думаешь, вымахал выше отца, так тебя уж и не узнать? Его сиятельство в прежние времена со мной тоже строг бывал, за что я ему весьма признателен. Ты, голубчик, учи его. Без общественного положения он был Гришкой останется. То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Слыхал, выучился. Вот тебе комиссия. Совсем вы нас забыли, доктор. Скучно вам с нашим братом, а? Черт бы побрал эту подагру. Григорий Васильевич, ты слышал? Борис Алексеевич говорит, что в Сан-Франциско вместо чая пьют джин. Случилась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня а не было. А вы бывали в Сан-Франциско? Нет, но постоянно собираюсь. Я должен сейчас идти и писать. Да, извините меня никогда. Французам нужно лущить колбасников и больше ничего. А вот не у немцев, кроме французов, еще много сучков в глазу. Здорово! По-моему, и немцы, трусы и французы, трусы кукишами. В кармане дело и ограничится. Драться не будут. А по-моему, зачем драться? К чему все эти вооружения, конгрессы, расходы? Я бы что сделал? Собрал бы со всего государства собак, привил бы им пастеровский яд в хорошие дозы и пустил бы в неприятельскую страну. Все враги перебесились бы у меня через месяц. Смешись! Иванович, ну, господа, будемте здоровы. Репетатор. Лапан. Чудо-женщина. Ну, надо сказать, что я начинаю ненавидеть этого литератора. Она ему не пара. Стало быть, вы верите в гипнотизм? Не буду утверждать, что я верю. Но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного. Это вас немцы испортили. Кажется, у мужа дед был немцем. А, по-моему, у кого нет настоящей жизни, тот и живет миражами. Ну, все-таки лучше, чем ничего. Вот вы где, Елизавета Андреевна. Позвольте вам представить, Даниил Романович Хлопков. Я так много хорошего слышала о вас, что сама давно желала с вами познакомиться. А это не так просто, моя дорогая. Даниил Романович работает, как никто в уезде. Да. В свете бывает крайне редко. Да и вы с мужем тут.
без году неделя. Каждый день учу. И вишневый сад, и землю надо отдать в аренду под дачу. И сделать это надо теперь же. Дача, дачники, все это так пошло просить. Конечно, 20 бочек вишневого варенья наварили, куда их теперь девать? О, все копите, Зюзюшка. Небось, уже миллиончик есть, а? Ну, со стороны посмотреть, так богаче нас и людей нет. Высокоблагородие. Говорят, сам губернатор. Надворный советник. Романович. Ах, Сашенька. Я хотела спросить. Да, конечно. Если кто подслушает, то подумает, что я навязываю, словно пушкинская Татьяна. Ах, Саша, напрасно вы правы. Пойми меня, для любви необходимым условием является полная свобода. А ты? Разве ты свободна? Свободна. Но что ты хочешь? Я не в силах делиться с твоим мужем, мысленно рву его на клочки, когда думаю, что он тоже любит тебя. Я не могу запретить любить тебя. Любящий человек не подельщик. Тебя разве не терзает мысль, что у тебя над душой вечно торчит этот человек? Я считаю нужным, обязательным объясниться с ним. Ну и другое нужно сделать как можно скорее. Например, хоть сегодня вечером ты... Объясниться с Борисом? Ну да. Мы обманываем его, это нечестно. Прежде всего, Лиза, правда, прочь ложь. И объяснишься с ним, пора покончить. Погляди-ка скорее на твоего бабжа, бежит, словно ошпаренный без оглядки. Воображает, что я с ним из-за такого сокровища, как ты, стреляться буду. Он меня еще не так запрягает. Нет, пожалуйста, только ничего ему не говори. Не бронись с ним. Мальчик ни в чем не виноват. Я брониться не буду, я только так, шутки ради. Вовсе ничего не было. Это тебе все показалось? Да, целовался кто? Целовались. И все? Ах ты, бесстыдница. Ну, впрочем, что ж, понимаю. Это поцелуи, ах и да вздохи. Только не следовало мальчишку смущать. Мальчик добрый, хороший, светлая голова и достоин лучшей участи. Вы ничего не понимаете? Мальчик влюбился в меня по уши. Я сделала ему подарок, позволила себя поцеловать. Удивительное дело. Поцелую я также девушку. И на меня черт знает, что посыплется. Злодей,
Соблазнитель, развратитель. Вам, женщинам, все с рук сходит. Блаженство рядом. Посмею я хотя бы взглядом. Самоприличие помнить надо. Ведь я замужняя жена. Уже ли верна? О, так нежна рука, что право же, нужна ли строгость в этот теплый вечер? Смелы не в меру ваши речи. Смею я молить о встрече, там, где шелковая трава, вместе делаем слова, а ваш помысл столь чистый, любовь моя. Достал, зануда, да провались ты! Зануда! Данила! Данила! Маменька, ну что опять? Нам на кухню забрался вор. У Мавры Игнатьевны в прошлом году также забрались. Кто? Он проберется в столовую. Там ложки в шкафу. Да черт знает, что такое. Неужели в собственном доме нет покоя? Клянусь тебе, я же видел. Ну и что с того? Ну, пускай лезет. Наверное, это просто пожарный к Пелагее пришел. Что? Что ты сказал? Тем хуже. Это хуже вора. Ложки. Я не позволю в моем доме циничности. Да какая же это циничность, маменька? Это спокон веку так повелось, традиции освящено. Кухаркам должны ходить пожарные. Я не потерплю в моем доме. И чтоб такое. Пелагея! Ложки! Господи, не ёбни ночью. Спокойно. Пелагея, чтобы сию минуту твоего солдафона в доме не было. Там ложки в шкафу. Да вы в уме, барин? Ой, дуру, дуру нашли. Господи, день детской бегаю. А ночью тоже такие слова. Ты это тень не наводи. Давай, давай. Идем, моя милая. Идем, моя хорошая. За 4 рубля. В месяц живу. Ай, иду. Давай, давай. Баю, 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 баю. Я у купцов жила, о таком сразу не слышала. Идем. Когда я умру, можете делать в своем доме циничности. Да. А теперь не смеете. Нет, нет, нет. Нет. Слышите? Не смеете. Вы? Ну как? Наверное, нехорошо, что я вот так сама. Милости прошу.
Вы же первый меня уважать перестанете. С чего бы это? Если бы я был уверен, я бы сам. А в конце концов, мы ведь все-таки знакомы. Вы перестали бывать у нас. Но раз вы не хотите, то вот я сама пришла. Здесь у вас тебя все знают, ты всех знаешь, а чувствую себя чужой. Вы не чужая. Вы иная. Вы чудная. Что тут у нас? Все эти наши добрые знакомые, они мелко мыслят, мелко чувствуют. Да не видят дальше собственного носа. Честно говоря, знаете, они глупые. А те, которые поумнее да поздоровее, они истеричны, заедены анализом, рефлексом. Что я в самом деле? Может, бросите уже эту шляпу? Да что это? Я так мечтала с вами поговорить. Идите сюда. Да неинтересно все это. Мы живем здесь в тесноте, в духоте. Пишем вон ненужные бумаги. Играем в винт. Мне ведь вам рассказать-то нечего. Вы, мужчины, многого не понимаете. Вы, мужчины, делом заняты. Для вас ведь любовь на третьем плане, а для нас это жизнь. Я вот, знаете, с большим счастьем бы всю ночь перебирала бы с вами вот эти бумаги. Или прошла бы верст 100 пешком. Я люблю тебя. Это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски. Как пойду с тобой на край света. Вы не такая, как все. Вы высокие и чистые. Вам видна правда. Только вы одна можете понять меня. Уже поздно, мне пора. Спокойной ночи. Я не хочу спокойной ночи. Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной. Не провожайте меня. Нет ли возможности узнать, когда его высокоблагородие прибудут? Никак нет. Ждем-с. Будет страдать, проклинать. А чем мы виноваты, что любим друг друга? Браво, 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 браво! Прекрасно, чудно. Это так все хорошо, что я готов 100 рублей дать, чтобы еще раз поглядеть. Браво.
Григорий Васильевич. Ну, здравствуйте, молодой человек. Вы один или с батюшкой? Один, ваше высокоблагородие. Батюшка кланяться велел. Дело у меня к вам, можно сказать, особенное. Ну, так слушаю. Я хотел бы определенно знать, дозволяет ли закон передачу жены другому лицу. Как вы сказали? Передачу жены? Это вы у Герцена вычитали. Ну, я, может, выразился не точно. Но вот если договор есть. Взгляните. Борис Алексеевич, перестанем играть друг перед другом комедию. Не в моих правилах и вы, честный человек. Я люблю эту женщину. Люблю больше всего на свете. Вы это заметили и... А она? Она любит меня. Отдайте мне ее. Уходите, ради бога. Борис Алексеевич, я понимаю вас, но... Я дам вам другого счастья. Счастья, которого вы еще не испытали. Что вы хотите? Я богатый человек, я сын князя. Хотите 50 тысяч? Борис Алексеевич, умоляю, это не подкуп, не купля. Я лишь хочу жертвой своей стороны хоть несколько загладить вашу неизмеримую потерю. Хотите 100 тысяч? Я готов. Я, ниже подписавшийся, Дидриц Борис Алексеевич, получил от Грохольского Григория Васильевича 150 тысяч рублей и передал вечное его владение законную супругу его Лизавету фон Дидриц, обязуясь впредь им никакого беспокойства не оказывать и никаких претензий не иметь. В противном случае должен я ответствовать по законам гражданским и уголовным. Нотариус получает в год 5000 рублей. Мировой судья – 2400. Учитель живет на 23 рубля в месяц. Так что же вы хотите? Как что? По законам с ним поступить? Вот вам мой ответ. Бумагу эту я у вас заберу. А по законам и покупатель, и продавец живого человека к суду может быть притянут. Вам же и достанется. Но как же? Вы, молодой человек, на каникулы изволили сюда приехать? Нет, я курс 3 года назад кончил. Постоянно здесь живу. И чем же изволите заниматься? Едите, спите, гуляете. Все зло в жизни от скуки, от душевной пустоты. Она неизбежна. Если позволяешь жить на чужой счет. 1500 тысяч, говоришь? Да у него помяни таких денег нет. Он, верно, считает, что я при смерти уже. Выписывая векселя под мою доверенность, мальчишка. Только и ждет моей смерти. Выписка необоснованного векселя может грозить уголовной ответственностью. Посадить бы паршивца в долговую яму. Так меня вот потом и опорочит. Что делать, голубчик? Перекупить векселя через третье лицо, пока он не предъявил их ко взысканию. Откуда у меня столько доходов с имения, сам знаешь. Управлять некому. Живем и ладно. Фон Дидриц недавно в городе. Не думаю, что ему это понравится. Голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение. Бог весть, как все это обернется. Да, вроде он гость мой. Но этих нынешних, сударь мой, ни идей, ни идеалов, а нравственность. Нравственность какова?
Нынче 12-летняя девчонка уже норовит иметь себе любовника. Матери продают своих дочерей, а у мужей-то просто спрашивают, какой цене продаются их жены. Можно даже поторговаться дома. Все подслушиваешь, старый черт. Чтоб мне провалиться, барин. Работа такая. Ну, ты это, смотри тут. Это, по-видимому, символ, но простите, я его не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас. Что это? Чайка? Откуда? Это Григорий Васильевич. Убил. Сивая птица. На этой реке жили лебеди, гуси и утки. И, как говорят старики, птицы всякая была сила, видимо-невидимо. Носился над тучей. Но даже упоминаний чаек мне встречать не приходило. А что это вы пишете? Так записываю. Сюжет мелкий. Панталимон, тащи самовар и стулья. Тащи, тащи. И форель не забудь. Даниил Романович, ну посмотрите, какая красота. Как тихо. Да. В самом деле. Борис, опишите нам этот вид. Зачем? Впечатление лучше всякого описания. Ромовые жилеты. А, например, украинская ночь Пушкина. Просто природа должна прийти и поклониться в ножки. А что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая поэтическая любовь. Это розы, под которыми хотят спрятать от гнили. А Ромео – такое же животное, как и все. О чем с вами не заговоришь, вы все сводите. Господа, прошу, пожалуйста, принесите хворосту для костра. Прошу. Не говори, что молодость сгубила. Он так вами увлечен, что забыл о своей подагре. Признайтесь, Василий Гаврилович. Увы, я уже не молод, не могу рассчитывать на взаимность. Вы так прекрасно сохранились, что я уверена, что вы нравитесь женщинам. В прежние времена, дорогая, в прежние времена. Елизавета Андреевна. Елизавета Андреевна, не ходите туда. Бог весть, как он держится. Шутница. Ну, наконец буду удить рыбу. Да у меня нет большего наслаждения, как сидеть на берегу и смотреть на поплавок. Брошусь в омут, господа! Будете руками разводить! Елизавета Андреевна, где же вы? Голубушка, ну идите к нам. Чудесный пикник, прекрасный вечер, но все-таки, господа, я буду ловить ерша или окуня. Заберите меня отсюда, а то я напою. А князь сюда не ходит. Говорит только об одном, что его сиятельство умнее нас с вами. Хорошо, что вы приехали. Я так соскучилась, что если бы вы не приехали, то я бы умерла. Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать. Хотите? Хочу. Вы правы. Я люблю вас.
Но мы не должны продолжать. Нельзя, не любите меня больше и не показывайте никому, что вы меня любите. Я прошу вас. Но, Лиза. Пожалуйста, вам не нужно знать подробности. Не подходите ко мне. Нас могут увидеть. Позвольте мне объясниться с вами. Я не мальчишка, с которым можно поступать как угодно. Я могу объяснить эту вашу перемену кокетством, но я вижу, что вы просто не умеете общаться с порядочными людьми. Вы хотели поиграть со мной, как с этим Борчуком, но я требую, чтобы вы обращались со мной, как с порядочным человеком. Я собой играть не позволю. Скажите, какой тон? Знаете, этот тон вовсе вам не к лицу. Если вы хотите, чтобы вас любили женщины, то никогда не сердитесь и не солидничайте при них. Есть женщины, которые любят за деньги, а не продажные. Умоляю. Сударыня, если вы не дадите мне свидание, я устрою скандал сегодня же. Говорите, где мы завтра увидимся? Мы не увидимся завтра. Отпустите меня. Даниил Романович, дорогой ты мой человек. Застала я тебя все-таки. А то уж боялась, что такой день не повидавши. Ты бы приехал к нам когда-нибудь. Хоть и не князья, зато любим тебя. Добрый вечер, Зинаида Саишна. И вам, Сашенька. Мы уже уходим, Даниил Романович. Вы, наверное, устали. А какими судьбами в городе? Да тебе ли не знать? Я ведь сады покупаю у князя Грохольского. Какие сады? Вишневые? Они самые, дорогая моя. Они самые. Ну, ладно. Пора уж мне. Пойду. До свидания, дорогая моя. Приезжайте. Приезжайте. Очень рады. Всего доброго. Прежние времена вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. Как начнешь вспоминать, как начнешь. Пелагея, чаю. Господи, Боже мой. Что вспоминать-то, маменька? Жизнь. Я вот все думала, женишься ты на какой-нибудь Сашеньке. Мой Роман Николаевич не любил меня. Это теперь я угомонилась. Отлегло от сердца. Бывало, родить собираешься. А он у другой сидит. Послать за акушеркой или бабкой некого. Раз. В поместье это еще было. Застала я его в саду с одной дамой. И ушла я. Ушла далеко. Вели Пелагеи двери запереть. Трудно ли ворам забраться? Самовар из кухни в прошлом году унесли, так вот она хочет, чтоб теперь и нас обобрали. Вы бы уже спать ложились, маменька. Ну,
Что же вы в дверях стоите? Снимайте ваши пальто и проходите в зал. Снимайте пальто, ваше благородие. Так нельзя. А где же остальные барышни? Они чай пьют. Степан, пойди скажи барышням, что их высокоблагородие пришли. Ага. Ну, кстати, Степан, а новые барышни есть какие-нибудь? Есть ваше высокоблагородие, очень даже стоящие. Хорошие? Всякие, на всякий вкус. Брюнетки, блондинки и ну, всякие. А что, вероятно, все мужички? Большинство мужички, но есть и... Вот как? Ну, зови. Да. Что вы скучный такой? Тоска. Тоска. А вы угостите лафитом, тогда и тоска пройдет. Нет, уйди, я шучу, я любить не хочу. А вы в котором часу спать ложитесь? В шестом. А встаете когда? Когда в два, когда в три. И что вставши делаете? Кофе пьем. В седьмом часу обедаем. Чем обедаете? Обыкновенно. Суп или щи, бифштекс, десерт. Наша мадам хорошо содержит девушек. А зачем вы все это спрашиваете, а? Ну, чтобы поговорить. Лиза, постой, мне нужно кое-что сказать тебе. Только здесь неудобно, я не могу, не в состоянии. Борис Алексеевич у нас самый главный был. Он нас хочет в свою книжку записать. Данил Романович, вот так встреча. Удивлен вообще к вам симпатии. Я не понимаю вашего тона. Степан, скажи пусто. Лафиту нам подадут и лимонаду барышням. Физиономию мою вы видеть не рады. И что, здесь вам самое место? А потрудитесь объяснить. Ваше место среди этих продажных женщин, а не в кругу порядочных людей. А неужели вы вправду думаете, что эти, как вы выразились, продажные, хуже так называемых порядочных? Вы приходите, платите 2 рубля за визит, либо 5 за ночь, но они ничего не скрывают этого. А назовите мне хоть одну замужную даму, которая бы не отдавалась тайком, либо ради страсти молодому, либо ради денег старику. Они падшие, но они не лгут. Они не притворяются. Верочка. Подумайте теперь сами, в чью позу эта разница?
Я так понимаю, в вашу. Тех вы продаете, а этих покупаете. Приберегите этот тон для кого-нибудь другого. Ай-я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 й-
это постоянно разговоры, ахи, охи. Это постоянно выслеживание, подслушивание. А, это сочувствия дружеские. К черту! Прекратите ваше фискальство. Что? Что ты сказал? Довольно. Я дворянин и надворный советник. Фискалом я никогда не был. И никому не позволю себя оскорблять. Советую вам в ближайшее время покинуть этот уезд. Или я приму меры для вашего выдворения. Прошу вас обо мне не заботиться. Уеду, когда сочту нужным. Уважайте личность. Извольте, пойду. На солнце, а? Так нельзя, вах. Дай я посмотрю на тебя. Моя добрая, моя ненаглядная. Сколько раз я стоял под твоими окнами, как нищий, и ждал. Как ты похудел. Какие большие у тебя стали глаза. Ну вот видишь, все зажило. Тоже мне. Стреляться он вздумал. Знаешь, как я напугалась? До смерти. Мне даже стали сниться сны, что ты смотришь на меня и не узнаешь. Я и вправду перестал узнавать тебя. Сколько раз я был подле тебя и не решался заговорить. А сегодня мы будем говорить и говорить. Как же здесь хорошо. Тургенева есть место, как хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол. Я чайка! Нет, не то. О чем я? Наказание мое. Еще тоже благородный. Не знаю, чему вас там в университетах учили. Что ты о себе думаешь? Пролетарий. Кто тебе дал право выписывать векселя под мою доверенность? Я жду, что ты скажешь. Я жду, хотя понимаю. Таким поступком марающим честь и мое доброе имя нет оправданий. Ошибаетесь, у меня есть оправдание. Я люблю эту женщину и не мыслю своей дальнейшей жизни без нее. Ты немедленно разорвешь с ней всяческие отношения. И не подойдешь к этой женщине ни на шаг. Я никогда не откажусь от нее. Предупреждаю, если ты и дальше последуешь своим низменным наклонностям, я лишу тебя наследства, клянусь истинным Богом. Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего. Ты забываешься. Не смей так со мной разговаривать! Наглец! Не смей! Я понимаю. Ты деликатен, щепетильный. Ты не ездишь ко мне из-за боязни нарушить наш дуэт. Но, друг мой, ты забываешь, что тебя любят, уважают,
само присутствие твое только дополняет, как бы, гармонь. Приеду, Василий Валерьевич, приеду. Вот ревизию закончу, приеду. Не понимаю, брат, я этой женщины. Какая-то лихорадка, а не женщина. У лихорадки то озноб, то жар. Так она, опять перемен. На день то любит меня, то нет. А вы? Ничего. Не отбывает минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала ни одна женщина. Да, полжизни отдал бы за бис. А бывает такое. Проснешься, нечаянно. Глаза откроешь и видишь обращенное на тебя лицо. Такое ужасное, что дикое. Итак, часто она на меня смотрит. С отвращением. Ну да. Странно. Не понимаю. Не понимаю. Для меня она даже изменила. Ну, временно, конечно. Своему постоянному обожателю, богачу рыбнику из охотного ряда. И от нее несло рыбой. Нет. Один супрет. Чистейший супрет. Здравствуйте, ваше высокоблагородие. Опять в моем кабинете кабак завели. Тысячу раз просил всех и каждого не делать этого. Вон бумагу водкой облили. Крошки, огурцы, ведь противно. Виноват, Данила Романович. Виноват. Тут вот с вашим благородием. Что нужно? От князя Грохольского письмо. На ваше благородие. Ну вот. Занемогли они. Ступай, скажи, чтобы не распрягали. Слушаюсь. И доктора сыщи. Хорошо, Данила Романович. Я, надо сказать, увлекся серьезно. Женщина она редкая, недюжинная. Не говоря уже наружности, сколько чувств, изящества, свежести. Она нечто из другого мира. Любите вы ноль возвести в квадратную степень? Но вчера она меня рассердила страшно. Пригрозила утопиться. Ушла из дома, и, как видите, до сих пор ее нет. Ну, как это все скверно. А что ее муж? Муж? Несчастнее человека. И вообразить себе трудно. После того, что мне стало известно, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Да, я понимаю. Я уеду, когда решу некоторые вопросы. Согласитесь, в моем желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого. Этакого, что могло бы показаться вам вмешательством. Вы намерены и дальше жить с вашей женой? Любовь налагает известные обязательства, и вы, как порядочный человек, должны это понимать. Лишайте меня женщины, которую я люблю больше жизни. Нет, конечно, было бы подло с моей стороны оставить вас
удовлетворен. И на чем же вы порешили? Я заплатил ему по векселям. В изрядной прогрессии. И он уехал, оставив мне мое сокровище. Вы позволили этой шельме обвести вас вокруг пальца? Вы заплатили ему? Ты знаешь, я ему верю. Все вообще считают его человеком порядочным. Знаменитый писатель, любимец публики. О нем пишут во всех газетах, его переводят на иностранные языки. Постой-ка. Ты думаешь, что он меня облапошил? И она? Неужели же я не заслужил хотя бы благодарности? Не любви, ну хотя бы уважения. Вот вы у меня какая. Вот вы какая. Какая чудная, роскошная. Сегодня я осчастливил вас. Завтра вы осчастливите меня. Где черт не справится, там баба пошлет. Завтра же расчет. Не-не-не-не, ни за какие деньги. Хватит с меня, дурака. Провалиться мне, ежели останусь. Не надо на меня так смотреть. Я это не люблю. Могу ли я смотреть на вас иначе? Если я люблю вас, позвольте мне говорить о своей любви. Вы мое счастье. Жизнь моя. Моя молодость. Я понимаю, шансы мои на взаимность равны нулю, но мне ничего от вас не нужно. Позвольте только слышать ваш голос, смотреть на вас. Это уже будет величайшим для меня счастьем. Какая чудесная. Какая роскошная. А эти волосы? Что ты хочешь от меня? Один поцелуй. Это мучительно. Укажи, где и пошел прочь. Господа почивать изволили. Нечто не люди. Ваше высокоблагородие, барышня занята. Извольте в зале подождать. Что-то я тебя не припомню, барин. Ты точно ли ко мне? Я требую, чтобы вы немедленно оделись и следовали за мной. А какому делу, можно спросить? Дело касается вашей законной супруги. Данил Романович, согласитесь, все это как-то странно. Вдруг ни с того, ни с сего вы врываетесь. Если дуэль хоть немного облегчит вас, то извольте, я готов. Только подождите, снаружи мне надо одеться. Ваше благородие, тут есть и почище. Девка. Вся на винта. Вот сам бы ел, да деньги надобны. Но вас она, вас дожидалась. Ваш сердце. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая, красота. Вы такой красоты и в Петербурге
Не изволили видеть. Шел прочь. Господин, сидите, зад греете. Пошли бы позанимались с девочкой. Браво, 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 браво. Браво, браво, браво. Я к вашим услугам. Прекратите ваш балаган. Объясните, наконец, что, собственно, произошло? Пропала Лизавета Андреевна. Вчера утром ушла на реку и не вернулась. С ней уже бывало нечто подобное. Она раз вообразила себя великой актрисой и ушла от меня. Я искал ее 2 месяца, и на одни телеграммы я истратил 1000 рублей. Лизавета Андреевна? Актриса? Я вас не понимаю. А тут и понимать нечего. Нынче все хотят в Комиссаржевские. Удивлены? Мне, конечно, не следовало говорить вам этого, но вы тут как лицо заинтересованное, мне перед вами ничего скрытничать. А? Слушайте, я говорю с вами откровенно, на блюде. Игра не стоит свеч. Ведь она ваша жена. О, то ничего. На блюде, дорогой. Любви-то ведь никакой, одна только жалость и скука. Хотите шалить? Вот Верочка идет. Вы странный человек. Вы ненормальный человек. Не смею предсказывать, но вы дурно кончите. Будьте здоровы, хитрый вас. Ваше высокоблагородие, горе-то какое-то, чистое наказание. Народ беспокоится. Это все? Так точно. Отгони мужиков. Ага. Пусть в реке еще. Я извиняюсь, ваше высокоблагородие. А чего искать-то? Барыню. Барыню искать. Григорий Васильевич. Григорий Васильевич. Пошли отсюда. Извольте.
Гамлет жалел когда-то, что Господь земли и неба запретил грех самоубийства. Я же теперь жалею, что судьба сделала меня врачом. Глубоко сожалею. Боюсь, как бы мне не пришлось в свою очередь пожалеть, что я уездный исправник. Тебе не обязательно самому заниматься этим. А почему ты решил, что я должен отказаться? Ты можешь завалить, подать в отставку. Это будет нисколько невещественно, потому что есть кому заменить тебя. Жаль же, поставлены совершенно иные условия. Я так думаю. Если в неделю не всплывает, то только к весне жди. Если прости меня, грешного. Летом-то за 3 дня бы всплыла. А сейчас поди сыщи ее. Сумасшедшая. А вы? Я видел вас с Лизой. Я видел, как она целовала вас. Так знайте, ее нет больше. Я убил Лизу. Я! Что ты сказал? Что ты сказал? Это я убил Лизу. Данил Романович. Да ты в меня с 2 раз попасть не смог. Ты застрелиться не смог, слизняк. Думаешь, я тебе поверю? Морочите вы меня. Теперь понятно все. Понятно, и не знаю, к чему. Вся эта дипломатия ведь убил. Убил ведь? Нет, Василий Гаврилович, это маловероятно. Несчастный, я предупреждал его. Ужасный день. Божий промысел сподобил покойную мать не дожить до этого дня. Вот ты уже и плакать. Все умрем. Не одна она смертная. Все на том свете будем. Даниил Романович, Богом молю, найди ее, найди, живую или мертвую, я бы только взглянуть еще разок, а только бы дотронуться. Я вот волос найду и тот храню, найди ее. Вам бы, барин, перцовки выпить, чем плакать при людях. Взял бы, помянул, перекрестился. Неси, неси. Сею дуали, как выпишано, и лучше. Василий Гаврилович, Перцов. Я должен задать вам некоторые вопросы. К чему это теперь? Я знаю, что еще может случиться. Знаю. Я с ума сойду. И все-таки я должен спросить вас именно теперь. Не могу. Тяжело. Ответьте мне только на один вопрос, имеющий большую важность. Отчего тогда стрелялся Григорий Васильевич? Мне представляется, что истинной причиной была ревность. Ах, мой супруг! Наверняка такого ты еще не слышал! Как 3 влюбленных дурака поспорили, чья глупость выше! Вот здесь хорошо. На это я ответил так.
Вот кто влюблён! Уже дурак! Эх, Эмилер, тот мужик, который мямлить не привык, который не боится драк! Дурак! Надеется за так добиться всех от женщин благ! Ах так! А что морочит мне вашим слогом? Для баб слова не значат много. Они и сами этих слов нагородят, что будь здоров. Рабок! Пустяк! Невинная забава! Извините. Ой! Как страшно жить с такой женой! Видишь сам, побудь со мной. О, да, моя любимая. О, Арлетин! О, Коломбина! Здравствуйте, Григорий Васильевич. Принеси к нам чайку, любезный. Будете допрашивать. Вы позвольте? Извольте, здесь вы хозяин. А что это, вы пишете? Люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было увидеть глазом, словом, все жизни, совершив печальный круг, угасли. Наверное, я ничего не понимаю или сошел с ума, но мне кажется, что вы талантливый молодой человек, вам необходимо продолжать. Как вы говорите, продолжать. Спасибо, любезный, мы сами. Да, именно, продолжать. Хотите, дам сюжет для повести? Она должна называться так. Человек, который хотел. L'homme qui a voulu. В молодости, когда ты хотел, я сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Хотел жениться. И не женился. Хотел стать надворным советником. И стал. Ну, это произошло само собой. Я работаю больше всех в уезде, вам известно. Судьба бьет меня, не переставая. Порой страдаю я невыносимо, но у меня нет огонька вдали. Я для себя уже ничего не жду. Не люблю людей. И уже, наверное, не полюблю. Мне кажется, что если бы Лизавета Андреевна тогда захотела, то могла бы. Что с вами? Больше вы от меня не услышите ни одного слова. Но мне казалось, что вы единственный человек, с кем я могу поговорить об этом. Говорю вам, оставьте. Какого дьявола? Василий Гаврилович, можно к вам? Заходи, друг любезный. Присаживайся. Противная эта водка. Вы вроде так раньше не пили, Василий Гаврилович. Да? А теперь пью. Пантелей, небось, уж жаловался? Стыд какой. Тайком от лакея пью. А чё же тайком? Ты его характер знаешь. Попробуй я при нем. Расплачется за барин. Ужасно тяжело. Одному Богу известно, как тяжело мне на сердце. Вот именно что с горя пью. Я тебя всегда любил и уважал, Даниил Романович. Но откровенно тебе скажу, повесится, брат. Отчего же это? Глупость моя. Не одни только дети бывают глупые. Бывают дураками и в 60.
Лизонька, обожди. Лиза. У тебя плед упал. У меня левая нога, будто чужая. Это не подагра. Скорее, ревматизм. Надо было просто ходить с тростью. Придем домой, поищи в библиотеке Батюшкова. А? Помните, он был у нас. О! А! Ну, отчего мне так больно дышать? Ты устал. Тебе не нужно было идти со мной. А вот доктор советует больше гулять. Когда я постарел, я стал себе противен. Вероятно, и вам всем противно на меня смотреть. Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар. Тебе же первый, я и противен. Конечно, ты молода, красива, здорова. Жить хочешь, а я старик почти труп. Что ж, разве я не понимаю, что глупо, что я до сих пор жив? Но ничего, скоро я вас освобожу. Немного мне осталось тянуть. Я изнемогаю. Замолчи, ради бога. Все страдают, скучают, губят свою молодость. Один только я радуюсь жизнью и доволен собой. Ну да, конечно, конечно. Ты замучил меня. Замолчи. Я всех замучил, конечно. Это невозможно. Что тебе от меня нужно? Ничего. Тогда замолчи, прошу тебя. Странное дело, даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен. Я эгоист. Я изверг. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели же я спрашиваю, не имею права на покойную старость, на понимание к себе людей? Никто у тебя не отбирает твоего права. Имей хоть чуточку терпения. Еще лет 5-6 я тоже буду стара. Я сию же секунду уеду из этого ада. Это невыносимо. Стреляй. Убей. Я все равно здесь не останусь. Он же абсолютно новый. А саквояж? Вы ни разу не упомянули про саквояж. Полноте, Василий Гаврилович. Кого вы хотите одурачить? Знал бы, не впускал его, черта. Умный вы, мой человек. Подумайте, нет ничего легче, как понять меня. Вы еще мало жили, мало страдали. И вправе посмеяться надо мной. Говорите, пожалуйста, без предисловий. Что, собственно, вам нужно от меня? Чего вы добиваетесь? Арестуйте меня, Бога ради. А Гришку моего дурочка отпусти. Грешен я. Хотел пожить на старости лет, так вот помирать не страшно. Все уже было. Грех жаловаться. Отдай меня под суд. Эк, вы хватили под суд. Неужели такое вопиющее по бездоказательности дело сможет пройти судебную палату непрекращенным? Но я готов повторить свое признание. Неужели этого недостаточно? Я юрист, Василий Гаврилович. И как юрист я требую, чтобы вы изменили ваше поведение. Лизавета Андреевна убита. В этом у меня никаких сомнений нет. А вы вашими сентиментальными признаниями ведете следствие по ложному пути. Я дворянин. И даже суд не вправе усомниться в честности моих слов. Да перестаньте, ваше сиятельство. Прошли те времена, когда слово дворянина было сильнее закона. Что вы себе позволяете с жалким фиском? Чтоб ноги вашей в моем доме больше не было. Сию же минуту. Вон! Сию же минуту! Thank you.
Пантелеймон. Ну что представляешься, не спишь ведь? Сведи меня в комнату, где барыня жила. Господь с вами, ваше высокоблагородие. Барыня-то того, еще когда это было, представилась. Еще Гришка совсем мал был. Потом горели, да уже следа не осталось. Ты тень не навози. Знаешь ведь, старый черт, про какую барыню речь? Грех вам, барин. Люди образованные, благородные. Нет того понятия, что наш князь на старости лет совсем сдрефил. Вот тебе крест, не было барыни, не было. Нечистый его попутал. Да что ж это, барин? Батюшки, князь, родной мой, что с тобой? Умаялся потерпеть, не мог. Пойди прочь, барин, он мой не дам. Пошел! Господи, прости ты нас. Грешно. Душа у праведного белая, гладкая, как мел. У грешного, как пепза. Душа у праведного светлая лифа. У грешного смола газовая. Трудиться надо, кормить надо. Полезного надо, а который человек не трудится и не скорбит, тому не будет царства небесного. Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам, не видать им царствия небесного. Лянья страву, ржа железа. А лжа Барина душу, Барина душу. Елизавета Андреевна! Как вы испугали меня. Боже мой. Я думаю только о вас. Я не знаю, что делать. Я живу мыслями о вас. Я боготворю, я целую землю, по которой вы ходите. Куда бы я ни смотрел, я всюду вижу ваше лицо. Если бы вы знали, как я несчастна. Лиза, да полните. Полните. Я готов простить вам любой грех, который вы совершите. Умоляю вас, останьтесь. Или позвольте мне ехать с вами. Ну как? Как вы представляете? Я... очень хотела бы, но я не могу представить себе эту жизнь с вами. Мы будем жить. Проживем долгую-долгую череду длинных вечеров. Будем трудиться. Трудиться. Работать. Работать. И сейчас, и потом для других людей. А когда наступит наш час? Я никогда не была счастлива, и сейчас я снова несчастна. Не заставляйте же меня страдать еще больше. Давайте расстанемся. Я не готов отпустить вас. Вы должны объяснить мне. Только я умоляю вас, правду. Зачем вы говорите, что вы целовали землю, по которой я хожу? Меня убить надо, я дурная, низкая женщина. Я себя презираю, об оправдании не думаю. Я не мужа обманываю, самая себя, я чайка. Нет, это не то. Я актриса. Но Лиза... Да, он не верил в театр. Все смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом. И здесь все ходило, как в угаре, как безумно. И вот я стала пошлой, дряной женщиной, которую всякий может презирать. Я не понимаю. И что теперь? Дайте я посмотрю на вас. Вот так.
Да. Это хорошо, что я уезжаю. Это судьба. Не провожайте меня, я сама дойду. И куда вы теперь? В город! Убей! Я не останусь. Вы напрасно тратите патроны, приятель. Это мираж. Можно палить сколько угодно. Ваш доктор, ситая голова, человек здесь нет. Не может быть. Что вы здесь делаете? А как вы думаете? Ну-ка, положите ружье на землю. Если я бы хотел убить вас, я бы это сделал минуту назад. Я должен арестовать вас по подозрению в убийстве вашей жены. Может быть. Humanum est errare. Следователи несовершенны, судебные ошибки часто под луной. Но позвольте спросить, а что помешало вам задержать меня раньше? Я привык называть вещи настоящими их именами. Вам нужна была эта смерть для новых подвигов, пусть так. Но скажите, неужели нельзя было просто расстаться с ней? Если бы вы позволили ей оставить вас, если бы вы не долбили ее своим откровенным цинизмом, тогда, возможно, она не оказалась бы здесь. Смерть. А вы не замечаете, что только вы один так уверен в ее смерти? Я признаюсь, бывали такие моменты, когда я почти желал этого. Но потом не было женщины более нежной, любящей, более покорной, чем она. Вот ты какой! Наконец-то я вижу, что ты за человек. Подлый, низкий. А помнишь, как ты пришел, как мне сказал, что ты меня любишь? А я тебе поверила. Я оставила отца, оставила мать, оставила... Я оставила свою веру, я все тебе отдала. Я поверила тебе. Я верила каждому твоему слову. А ты лгал. Ты лгал про эту доброту. Ты лгал. Лиза, я не лгал. Я ошибался, но я никогда тебя не обманывал. Но ведь когда ты услышал, что он говорит про деньги, ты ведь начал действовать по другому плану. Я же знаю. Я же вижу. Я теперь все знаю. Ради Бога, я не ручаюсь за себя. Ты лгал. Молчи. Ты мне лгал. Ты лгал. Молчать. Ты мне... Молчи. Ну ладно. Ну все. Все, все, все. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Только чтобы в другой раз. Никогда. Ты не уйдешь от меня. Ты не уйдешь. Пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, я прошу. Мой, мой, мой. Я сойду с ума. Я не смогу без тебя. Ты самый талантливый, самый прекрасный писатель нынешнего времени. Тебя невозможно читать без восторга. Смотри в эти глаза. Неужели, неужели ты видишь в них ложь? Я говорю только правду. Я не смогу без тебя.
обнимешь меня. Давай уедем в Америку. Давай уедем в Америку. Эй, мне лень дойти до порога, а ты в Америку. Я говорю с вами, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Ты врешь. Я убью тебя. Добился своего, тварь. А вы забыли поменять обойму? А стоило это сделать сразу. Это ведь вы убили ее. А? Вы. А подозревать, конечно, можно каждого. И так смерти хочется, тут еще вы. Это вы, ну... И разлюбила. Но как им надо быть тупым, диким животным, чтобы мстить женщине за то, что она уже не любит тебя, а? Господи, убить ту, с которой пережил. Ну, самые сладостные минуты, ну, пусть даже самые горестные. Пережил. Пережил по-настоящему. Не играя. Я хотел ее остановить. Если бы она сказала мне, что... не любит больше меня, а любит кого-то другого. Оставьте. Тайны женской и мужской любви, любви не раскроешь этим. Они знают только двое, он и она. А вы, простите, не могли того, что вы любите ее, а не того, что она вас не любит. Боли вы, простите, не могли. Не Женя своего, да? Послушайте, по какому праву? А я ждал ее. Ждал. Вот мы и условились на прогулку, что она уйдет. На прогулку. А зачем ей понадобился саквояж? Разбери этих женщин. Я ждал ее. Там за лесом дорога. Я ждал и услышал выстрел. Объясните мне, куда делось тело? Тело. Чье тело? Тело вашей жены. Его так и не нашли. Моей жены? Но у меня нет жены. Я в своей жизни видел гораздо больше женщин, чем вы, Воробьев. 3 раза стрелялся на дуэли. 12 женщин меня бросило. 9 я бросил. И было время, когда я ломал дурака, любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел. Но и все-таки не нашел ее. И тогда пришлось самому сотворить ее. Я начал писать. Да идите вы к черту с вашей писаниной! Ну, рассудите, дорогой, мог бы я так спокойно удить в этой реке рыбу? Вот рядом со мной такая женщина. Нет, я умирал бы от ревности. Сходил бы с ума от неразделенной любви. И в конце концов, сошел бы с ума и любил бы ее, как вы. Уходите! Оставьте меня, вы сумасшедший. Я вам говорил, вы плохо кончите. Здравствуйте, мой друг. Вы не спите? Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Нет, здесь мне самое место. Представляете? Я убил ее. Да.
Так я вам и поверю. Я еще вчера понял, зачем вы приходили. Вы, милый друг, еще очень молоды, я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках. Выбирайте что-нибудь серенькое, заурядное. Без ярких красок. Без лишних звуков. Что вам надо от меня? А жизнь, которую я пережил, как она утомительна. Ох, как она утомительна. Сколько разочарований, сколько ошибок, сколько нелепого. Всегда перед глазами вертишься. Не даешь поговорить наедине. Григорий Васильевич, вы ступайте с Богом. Батюшка ваш, кажись, Богу душу отдал. Живы? Слушаюсь. И закрой меня и тоже ступай. Как здесь, однако, нехорошо. Богатый человек. Жалование большое получаете, а живете так просто. Действительно, все не то. Даниил Романович, друг вы мой дорогой, я уже высказывал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательства? Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она порочна и безнравственна. От нее происходит начало всех зол. Если хотите, чтобы вас любили женщины, то никогда при них не сердитесь и не солидничайте. В одной старинной книге сказано... Снимайте пальты, ваше высокоблагородие, так что нельзя. Женщина – это молот, которым дьявол размягчает и молотит весь мир. Он к вам совсем не идет. Вот когда дьяволу приходит желание устроить какую-нибудь пакость или камень, он всегда норовит действовать через женщину. Неужели он себя понимает? Так весь уезд. Помните, от Белли Лен началась Троянская война? Мисс Алина совратила с пути истины ни одного пареньку. Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Имущество антрепренеров, казенных подрядчиков и секретарей теплых учреждений всегда записаны на имя жены. Распущена женщина, да нельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди. Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну. Не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов. Короче, она лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленна, зла. Только одно и симпатично у нее, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных, симпатичных, очень умных душек, как мужчины. Он хороший, несчастный, непонятый человек. Я буду его любить. Я поставлю его на ноги. Я решу эту задачу. Не задача это, а психопатия. Не знает об этом Дарвин, а то задал бы вам всем на орехи. Мне ваша повесть нравится. Она лучше и интереснее очень многих уголовных романов. Только нам с вами по взаимному соглашению придется в ней кое-что существенно изменить. Ну, это можно. А что вы, например, находите нужным изменить? Самый хабитус романа. Его физиономия. Распишитесь. В нем, как в уголовном романе, все есть.
преступления, улики, следствие, даже сумасшедший дом на закуску, но в нем нет самого существенного. Чего же именно? В нем нет настоящего виновника. Знаешь что? Тебе, брат, среда заёт. Аренды в год будет, а?